В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня. Не станет исключением и Ленинский район. Уже многие политические объединения готовят списки своих представителей для участия в будущих выборах. В районном историко-культурном центре прошла внеочередная конференция местного отделения партии «Единая Россия». Ее провел секретарь организации Валерий Венцель. Главным вопросом повестки дня стало утверждение списка кандидатов, которых партия будет выдвигать на предстоящих выборах. Основная забота, чтобы у нас на территории муниципалитета обеспечить динамичное развитие нашего социально-экономического потенциала. В Ленинском районе выборы пройдут в двух поселениях. В связи с тем, что представитель в Совете депутатов Ленинского района от сельского поселения Володарское Валерий Венцель выбран главой муниципалитета, в сельском поселении пройдут до выбора депутатов Совет депутатов. Кроме того, в совхозе имени Ленина пройдут выборы главы и законодателей поселения. На территории Ленинского муниципального района 8 июля было проведено внутрипартийное голосование, так называемый праймерис, где были отобраны лучшие из лучших от партии «Единая Россия». И вот сегодня на конференции мы будем принимать это решение о делегировании от партии на избирательную кампанию на выборы 9 сентября этого года кандидатов от партии «Единая Россия». Выборы кандидатов от партии прошли в режиме тайного голосования. Для этого всем участникам конференции вручили специальные бюллетени. Также на конференции были вручены партийные билеты новым членам партии.